И такая вещь, как обязательность, порядочность, честность, она встречается достаточно редко, но от этого стоит еще больше. А еще мне очень нравится, что в игры, которыми занимается фирма «Астробалт», играют не только дети, но и взрослые. И я, кстати, в том числе, чего, между прочим, и вам желаю. Вообще мне хочется поздравить вас всех с Новым годом, всех тех, кто уже пользовался услугами фирмы «Астробалт», кто еще только намеревается это сделать, ну и, конечно, саму фирму «Астробалт» в том числе. Удачи вам! Я знаю много соников, и все они не отличаются особой графикой от друг друга. Но теперь появился соник, который стал полностью трехмерным. Если вы не верите, то сами сейчас убедитесь. Итак, Соник 3D Blast. Соник 3D Blast. Давно я не видел такой обалденной графики на Сеге. Соник стал полностью трехмерным, как и все пространство вокруг него. Задача игры полностью изменилась. Если в остальных Сониках вам было необходимо только добежать до конца уровня, то здесь нужно сначала прибить всех противников и захватить с собой вылетающих из них птичек, после чего и идти к выходу. Противников, правда, поубавилось, но легче от этого игра не стала, ведь трехмерные преграды преодолеть гораздо сложнее. В игре вы путешествуете один, не прибегая к помощи ни Тейлз, ни Наклса. Но не думайте, что их вы все-таки не увидите. Увидите, и несколько раз. Именно они будут пропускать вас в бонус-уровне, и по большой дружбе могут даже задержать несколько монет у себя, пока вы ищете остальные. Кроме обыкновенного крутящегося шарика, в который Соник превращается уже со второй части, в его возможности входит еще прокручивание вокруг своей оси. При этом он без труда разламывает бетонные перегородки. Говоря о боссах, вернее об одном боссе, ведь это вечный доктор Роботник. Так вот, свои старые изобретения он, конечно же, усовершенствовал до максимума и сделал их более неуязвимыми. Но нет еще такой брони, которую не пробил бы Соник. Вопрос в том, попадет ли он в уязвимое место или нет. Ну что еще можно сказать? Трехмерный Соник – это, безусловно, игра номер один в своем жанре. И это точно. А теперь мнение зрителей о нашей программе. Хорошая программа, мне очень нравится. Каждый день смотрю крутую программу, когда ее показывают. Что вы хотели пожелать программе в новом году? Ну, чтобы как бы она развивалась, чтобы побольше показывали ее. Всего хорошего. Ну, чтобы она получше, ну, и чтобы было хорошо все. Ну, нормально, чтобы было все. Всего лучшего, как говорится. Привет, любители компьютерных видеоигр. В новогоднем выпуске программы «Мир Дэнди» мне хотелось бы сказать, что правильно вы делаете, что занимаетесь этими игрушками. Потому что развивают они и художественный вкус, и творческий, и необходимые в этой жизни бойцовские качества. И могу сказать, что «Мир Дэнди» имел не последнее значение при создании моей новой программы «Бешеные колеса», за что ему большое спасибо. С Новым годом вам всех. Правильно делайте. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди. Расскажи зимы, холодно, хочется чего-нибудь теплого, летнего. И как раз для этой цели подойдет игра «Летние Олимпийские игры» на Супер Нинтендо.
Итак, летние Олимпийские игры. Великолепная игра для своей приставки, с великолепной графикой и звуками. В игре целых 10 различных видов спорта. Это и бег, прыжки в длину и высоту, стрельба из лука и многое другое. Ну ладно, начнем по порядку. В самом начале игры перед взглядом предстает меню. Здесь вы можете поставить сложность, игру без противников, а также можете потренироваться в любой вид спорта. Освоившись немного с управлением, можно приступать к самой главной части игры – прохождению. Для того, чтобы пройти всю игру, необходимо в каждом виде спорта перебить установленный результат. И в этом случае ваши победные очки запоминаются в память компьютера, и вы можете перебить их. Также хочется сказать, что если вы, например, не перепрыгнули планку, то вас не отправят еще раз. И если вам нравятся спортивные игры, а также возможность играть восьмером участие, возникает ситуация, когда вам грозит смертельная опасность, и вы должны нажать определенную кнопку. Если вы ее нажали, то игра продолжается. Если нет, то действие прекращается, и герой умирает. Для того, чтобы дойти до конца, вам нужно выполнить различные миссии в определенных комнатах. Некоторых слуг надо уничтожить. Например, Муса надо разрубить на куски, а у других что-нибудь взять. Например, у ведьм-близняшек надо угорать глаза. Во многих комнатах вашей основной целью будет задача выбраться живым. Игра достаточно сложна. В отличие от предыдущих игр этого жанра, в Brain Dead 13 из каждой опасной ситуации есть два и более выхода. Но только один из них верный, а другие все равно приведут вас к гибели. Также здесь нет цветовых подсказок, однако управление несложное и сопровождается звуковыми сигналами. Мертвые мозги 13 выполнены как очень хороший мультфильм. Отличная графика игры и интересный сюжет заинтересует многих. Умереть Ланс может различными способами. И этих способов у него более 100. И смерть Ланса преподносит так, что вызывает одновременно и смех, и ужас. А как говорится, сколько смертей, столько и воскрешений. Я просто уверен, что эта игра вам понравится. Теперь, как вы уже догадались, традиционная рубрика Help. Сегодня секреты будут для игры Mortal Kombat 3 Ultimate на приставочке Sega Mega Drive. Mortal Kombat 3 Ultimate. Три секретные таблицы. АЦ вверх, Б вверх, БА вниз. Прикол кабала. Зажать X вперед-вперед, вниз-вперед. Отпустить X. Пит фаталити Китаны. Назад, вперед, вниз-вниз, С.